Относительно предмета нашей сегодняшней встречи, мы можем сказать о том, что сегодня, в общем-то, начало пожароопасного периода в лесах, который традиционно начинается с наступлением устойчивой теплой погоды. Его осложняет, конечно, оттаивший снег, освободившаяся сухая лесная подстилка, ветер, который всегда сопровождает первые весенние дни. В общем, все это говорит о том, что скоро лесные службы и остальные заинтересованные ведомства начнут переживать проблему, связанную с тушением, с борьбой с лесными пожарами. И вот сегодня я хотел бы рассказать несколько слов о том, что имеет, какие исторические корни имеет эта проблема, как эта проблема решалась в историческом прошлом. В общем, коротко о том, как осуществлялась борьба с лесными пожарами, в частности, на территории Западной Сибири, на территории Томской, Тобольской губернии, Алтайского горного округа в дореволюционный период, в 19-м, начале 20 века. Прежде чем перейти непосредственно к изложению исторического материала, скажу о том, что лесные пожары — это, конечно, страшное стихийное бедствие, которое даже сегодня, уже в век развития техники, технологий, по-прежнему является и опасным, и крайне наносит крайне большой ущерб ресурсам природным, человеку. И, в общем, естественно, что это проблема, которая не имеет исторического какого-то значения или современного, она вне времени. Это проблема, которая была всегда, и человечеству еще, видимо, только предстоит выработать наиболее эффективные способы борьбы с лесными пожарами. Так вот, то, что касается истории и то, что касается нашего региона, то естествоиспытатели еще в конце 19-го, начале 20 века отметили такую определенную закономерность. На территории Западной Сибири катастрофические лесные пожары случались с периодичностью примерно один раз в 100 лет. Такие пожары были практически не подвластны человеку, и человек с ними справиться никак не мог. Выгорали огромные лесные площади, наносился колоссальный ущерб народному хозяйству. Ну вот из последнего, скажем так, из такой новейшей истории в пределах последних 100 лет, это лето, весна-лето 1915 года, когда огромные территории Западной и Восточной Сибири были охвачены лесными пожарами, дым застилал небо практически на протяжении всех летних месяцев, и в крупных городах люди не видели солнца почти полностью на протяжении всего лета и весны 1915 года. И бороться с этими лесными пожарами было крайне тяжело. А с периодичностью раз в несколько десятилетий, в 10 или 20 лет происходят лесные пожары, которые имеют менее катастрофические последствия, и они чуть меньше по размеру и площади, проходимые огнем, но тем не менее они тоже очень большие, и с ними тоже, естественно, бороться тяжело. Ну и в конце концов, каждый год с началом пожароопасного сезона леса страдают от ежегодных таких пожаров, которые, некоторые из которых удается быстро локализовать, другие на протяжении нескольких дней, а то и недель продолжают гореть, ну и так далее. В общем, это проблема, которая существовала всегда. Как только появились первые жители в Сибири, постоянные жители, так, в общем-то, эта проблема и их и сопровождала. То, что касается самой борьбы с лесными пожарами, можно выделить несколько этапов, которые эту борьбу, собственно говоря, и составляют. Это прежде всего предупреждение лесных пожаров, это их ликвидация, организация борьбы, тушение пожаров, преодоление негативных последствий и, в конце концов, наказание виновных, если таковые находились, виновные в умышленном или неумышленном поджоге леса. Если говорить о предупредительных мерах, то прежде всего это создание условий, при которых лесные пожары либо не могут распространяться, либо их с ними бороться достаточно просто, потому что, ну вот, так сказать, создание таких условий к этому приводит. Если говорить о предупреждении лесных пожаров, то основными мерами, которые проводились в жизнь уже начиная с 19 века, да, в общем-то, можно даже сказать, с конца 18-го, 19-го, начале 20 века, это были прежде всего так называемые контролируемые ежегодные весенние выжигания травы по кромкам лесов, чтобы пожары с полей или пожары, возникающие в результате сельхозпалов, не проникали в лесные дачи. Это так называемые опалки. Опалка, которая проводилась силами местного населения под руководством представителей лесной администрации или волостной, сельской администрации,
И вот основной задачей этой опалки являлось контролируемое выжигание сухой прошлогодней травы для того, чтобы создать определенную полосу выжженной травы шириной около 100-200 метров, для того, чтобы потом, если огонь возникал, ну, например, возникал в полях или еще где-то, он не мог бы зайти на эту лесную дачу, в пределы этой лесной дачи, потому что она была таким вот образом застрахована, создана специальная такая полоса противопожарная, и вот как бы она была застрахована от захода туда огня. Но, к большому сожалению, эти опалки, так называемые, они, во-первых, проводились не везде и не повсеместно, и не с тем качеством, которое, может быть, хотелось бы от них получать, потому что проводились они силами местного населения. Местное население, мягко говоря, не горело желанием участвовать во всех этих процессах, потому что это все проходило в весенние период, когда, как известно, один день год кормит, крестьяне были заняты на сельскохозяйственных работах, и поэтому, естественно, отрываться от этого, так сказать, ну, нисколько не хотели. Кроме того, долгое время эта работа никак не оплачивалась. То есть крестьяне имели право на получение из, допустим, в Алтайском горном округе, из кабинетских лесных дач дровяного и строевого леса, поэтому, так сказать, вот как бы в плату за пользование этим лесом, который им-то фактически не принадлежал, крестьянам, бесплатное пользование этим лесом, платой было участие вот в таких работах по предупреждению лесных пожаров. Ну, в общем, практика и опыт показывает, исторический анализ показывает, что эти опалки часто приводили сами к лесным пожарам и становились причинами лесных пожаров. Получается, с чем боролись, на то, собственно, и от того и страдали. Еще одной мерой противопожарной была прокладка противопожарных просек в лесах, окопка лесных дач или лесных участков специальными рвами, которые выполняли одновременно две функции. С одной стороны, они препятствовали распространению огня, а с другой стороны, они как бы еще и препятствовали несанкционированному проникновению в лес самовольных порубщиков на телегах и так далее, потому что преодолеть эти рвы было практически невозможно, по крайней мере, на гужевом транспорте, и, естественно, что тем самым ограничивался свободный доступ в лес. Кроме этого, к предупреждению или к таким предупредительным мерам можно отнести установление строгих правил пребывания в лесу, запрет на пребывание в лесу в пожароопасный период, запрет на разведение костров, огней и так далее и тому подобное. Ну и, наконец, в качестве такой интересной меры, которая сейчас является одной из самых распространенных, а тогда, в начале 20 века, только-только стала формироваться и зарождаться, и практиковаться, это агитация, пропаганда и агитация знаний среди, прежде всего, крестьянского населения. Где-то примерно в 1910-х годах эта идея родилась в лесном профессиональном сообществе. Было принято решение о том, что среди учеников народных училищ, народных школ, крестьянских детей необходимо было пропагандировать, продвигать идею о том, что лес нужно не только беречь, но еще и бороться вот с такими варварским с таким отношением, с лесными пожарами, со всем тем, что может к этим лесным пожарам привести. Ну, развернуться, конечно, к сожалению, эта пропаганда не успела, и только потом уже, в советский период, эта пропаганда и агитация вот таких знаний вышла на другой уже, более качественный, высокий уровень. Предупредительные меры этим не ограничивались, конечно. Их было довольно много, их перечень обширен, это и разрешение собирать так называемые порубочные остатки в лесных дачах, бесплатная раздача валежника, сухостоя, в общем, всего того горючего материала, который способствовал распространению лесных пожаров на довольно большой территории. Вот, так сказать, безвозмездная раздача всех этих лесоматериалов, прежде всего на дрова, позволяла очистить лесные дачи и не дать возможность огню распространяться внутри этих лесных дач. Если говорить о причинах лесных пожаров, то их традиционно делят на две большие группы – это антропогенные и природные. И тогда специалисты лесного дела, да, наверное, и сейчас специалисты в этой области скажут о том, что среди причин лесных пожаров, конечно, преобладает антропогенная деятельность, то есть деятельность человека, хозяйственная деятельность прежде всего. Речь идет о самых разных традициях, о
о том, что крестьяне, ну, в общем, в большинстве своем не заботились о том, чтобы не стать, и чтобы их действия не стали причинами лесных пожаров, поэтому довольно равнодушно ко всему этому относились. Ну, во-первых, почему основными причинами лесных пожаров являлся огонь, который попадал в лесные дачи или на лесные участки с полей, потому что основной такой традицией, сельхозтрадицией местного населения в Западной Сибири в том числе являлось традиционное весеннее выжигание травы. Считалось, что это лучший способ избавиться на лугах, сенокосах, на пашнях, и лучший способ избавиться от сухой травы прошлогодней, просто ее выжечь. Ну, естественно, что такое выжигание чаще всего проводилось без какого-либо контроля. Крестьяне просто запускали огонь и ждали, когда вся эта трава сгорит. Ну, понятно, что при таком подходе этот огонь очень часто уходил в лес и становился причинами лесных пожаров. Вот как раз для этого и проводились опалки, для того, чтобы огонь с выжигаемых крестьянами полей, лугов, пашен и так далее не заходил в леса, для того, чтобы создать ему препятствия. Эти действия крестьян запрещались. Им постоянно, так сказать, напоминали о том и во всевозможных предписаниях, инструкциях и так далее, напоминали о том, что этого делать категорически нельзя, имеется в виду выжигать пашни, пускать сельхозпалы, что за это следует наказание, наказание в том числе и уголовное и так далее. Но, к сожалению, эти запреты не действовали практически, и крестьяне продолжали это делать. Кроме того, своеобразный быт, уклад быта и слабая населенность Западной Сибири, особенно северных ее областей, там, где преобладали таежные леса, приводили к тому, что пожары становились, причинами пожаров становилось разведение огня в лесу во время сбора грибов, ягод, оставление незатушенных костров и так далее, и так далее. В общем, среди причин пожаров, конечно же, преобладали антропогенные факторы, то есть деятельность человека, хозяйственная деятельность человека. Ну и вот к чему это все приводило, к распространению пожаров на довольно больших территориях. Пожары занимали иногда довольно большие площади. Основную задачу лесное ведомство в дореволюционный период, в конце 19-го, начале 20 века, видело в том, чтобы деятельность человека как бы заместила лесной пожар. То есть человек должен был взять у природы те лесные ресурсы, которые мог бы потенциально уничтожить огонь. И вот необходимо было сделать так, чтобы человек успел взять от природы то, что огонь не уничтожил, и создать такие условия, при которых огонь не мог бы уничтожить эти природные ресурсы лесные, а человек мог бы их использовать для своих целей. Последняя стадия борьбы с лесными пожарами – это, собственно говоря, его ликвидация или тушение. Традиционно, еще с начала XVIII века, с первой четверти XVIII века, тушение производилось силами местного населения. Поскольку специализированных лесных служб было мало, но они были либо малочисленными, либо их не было вообще, вся работа по ликвидации лесного пожара ложилась на местное население, что тоже не повышало эффективность этой работы, потому что местное население, долгое время не получавшее за это никакого вознаграждения, всячески избегало участия в этих всех процедурах. Ну и кроме того, надо было просто элементарно обладать определенными знаниями. Существовали варианты борьбы с лесными пожарами в зависимости от того, какой это был лесной пожар, верховой, низовой и так далее. Эти способы пуска встречного огня, создания специальных полос, как бы очищенных от лесного мусора для того, чтобы перестать подпитывать огонь и так далее, эти способы были описаны даже в специальной литературе, в специальных журналах еще в первой четверти XIX века. Эти способы довольно широко использовались в Сибири. В частности, например, пуск встречного огня назывался перепалкой и довольно часто использовался вот при тушении, при ликвидации пожаров в лесах Западной Сибири, Алтайском горном округе. Таким образом, если мы говорим о борьбе с лесными пожарами в Западной Сибири, дореволюционный период во второй половине 19-го, в начале 20 века, мы можем сказать о том, что, в общем-то, в начале 20 века в последние годы перед Первой мировой войной лесное ведомство достигло определенных успехов в этом направлении. Были созданы условия, при которых лесные пожары, их распространение и наносимый ими ущерб уже не столько зависел от благоприятных или неблагоприятных природных условий, сколько, конечно, от деятельности, профессиональной деятельности лесных служб.
Эта тенденция была довольно очевидна. Постепенно стали отказываться от услуг местного крестьянского населения и переходить к найму специальных пожарных команд, сезонных пожарных сторожей, обустройству пожарных вышек, снабжению даже этих пожарных вышек химическими огнетушителями и так далее. Но, тем не менее, все-таки необходимо признать, что даже в начале 20 века лесные пожары были серьезным природным бедствием, вызовом всем лесным службам и всей местной администрации и наносили колоссальный ущерб лесному хозяйству. Ущерб, преодолевать последствия этих лесных пожаров приходилось еще на протяжении многих лет и даже десятилетий.